Краснодарский край, станица Северская, улица Пугачева, 28. Получит Коваленко Акулина Васильевна от Коваленко Тимофея Ивановича. Здравствуйте, мои дорогие жена и доченька Лена. Первым долгом сообщаю, что я жив и здоров. Чего и вам желаю, и сообщаю я вам, что уже нахожусь в стрелковом полку в городе Моздок. Не знаю, долго ли буду тут, а то скоро попадем на фронт. Та, что при получении моего письма, пишите скорее ответ, пока я на месте, и напишите за ребят, за Ваню и за Колю, потому мне сейчас некогда и не на чем писать. Теперь я сам писал. Со мной нет никого. Жить мне очень хорошо, кормят хорошо, и остальное все хорошо. А вы пишите мне усе подробно и поскорее. С тем пока, до свидания. Погода у нас холодная. Но ветров нет таких, как были там, где я был. Лена, я получил в письме 1 рубль, за которые благодарю. Я за них позавтракал в пути в столовой. Леночка, прошу я тебя, слушай маму. Пишите, как вы там живете. Не обижайтесь, что я плохо и мало написал, потому что некогда.